Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это Max Payne 2, мы продолжаем проходить. И мы должны что-то сделать, как-то достать оружие. Как-то... как-то убежать, собственно, от него, но куда нам убегать? Лично мне неизвестно. А, мы же знаем то, что здесь наши пушки. Ты же был там, в безопасности, не до ума. А, были. Куда он побежал? Далеко тебе не уйти. Окей. Далеко мне не уйти, но... Ты-то... Туповатый слегка. Ну ничего, я думаю, сейчас мы найдем оружие и справимся со всеми. Ведь да? Вот тут у нас... Мы вернулись в нашу палату. Так. Не очень-то дружелюбно. Окей. Как вы понимаете, эта миссия не рассчитана на прохождение с первого раза, потому что хрен знает, куда здесь бежать. Нет, ты не хочешь доставать меня. Ты же добрый, я знаю. Это я виноват. Так, и не сюда, судя по всему. Ладно. Ну вот теперь ты получишь. Какой ты тупой, ты же был там, в безопасности, не до ума. Сам ты был в безопасности. Я был в большой-большой опасности там. Ведь двери это же, да, это такая... Ты сделала все, что было в твоей силе. Всего нельзя было. Сука! Он быстрый. Ну и что, где мне пушки-то достать? Может, спрятаться можно? Я спрятался, я в домике. Хватит в мониторы стрелять, дебил. Да, непонятно, непонятно, куда здесь идти, чтобы оружие достать. Охраны никакой в больнице нету. Тут все закрыто. И я не могу стрелять. Я тебя достану. Далеко тебе не уйти. Лифт, судя по всему, не работает. Тут мы грохнули этого, это понятно. Да подожди ты. Ты сделала все, что было, мистер Пейн. Что это такое? Явно здесь где-то проход должен быть. Да. Он тут, собственно, и есть. Я его просто пропустил. Но для чего здесь этот проход? Где который... Он? Отсюда ему не выйти. Я постою возле двери, чтобы он не выбежал. А ты найди его. Неплохой план. Урбаханы, стоять на месте, бросить оружие! Вот. Пистолет убитого охранника валялся в дверях. Только бы поднять его, и я бы смог отстреливаться. Я найду тебя. Вот и все, собственно. Вот так вот мы это и делаем. Самое забавное, если сейчас мне будет не хватать пейнкиллера. То есть мы в больнице. Вот, тут повсюду должен был идти разбросан пейнкиллер. Это же больница. Ну, тем не менее, не так уж его и много. Блин, еще и закрыты некоторые двери. Совсем страх потеряли. Я хочу открывать все двери. Сейчас... Я буду открывать все двери. И вы меня не остановите. Я играю в Капитана Прайса. Я, кстати, не уверен, он уже существовал в то время или нет. Наверное, когда там первый код вышел. Он же уже даже в первом был, по-моему. Хотя я не уверен. Стоять!
О, пушечки. Пейнкиллеры. Все, что нужно для хорошей жизни, короче. Так, ну... Это Бравура там... был живучим упрямцем. О, Бравура еще живой. Нужно было выиграть для него время. Увести командос из больницы. А кто там еще, какая-то тёлка? Которую постоянно током херачит. Чтобы увести командос из больницы, нужно... Их сейчас жестко спас ебаный стул. Серьезные ребятки с калашами. Кстати, тут хедшоты хорошо ставятся. Да, действительно. Неплохо хедшоты ставятся. Я, собственно, что хотел-то? Ящики, ящики. Открывать все двери. Но меня вот эти больше интересуют на самом-то деле. Там что-то было. Че, открывается только два, что ли? Я так не играю. Так, на МП5 нормально патронов. Будем им пользоваться. Кого они там? А, это не они. Успокойся, успокойся. Просто... Так. Так. Тут уже грохнули. Это типа такие двери с этими, с книгами. Кому там в фургоне было слишком душно? Ну, пришли они отсюда. Значит, сюда нам и нужно. Это же очевидно. Или нет? Так. Вот так вот это и происходит. Так, кидать гранаты под себя, это, конечно, клево. А еще клево то, что их вечно спасают всякие столики, которые нельзя пробить из пушек. Да сука, нечестно. Я вообще в баллоны пытаюсь попадать, но что-то им как-то особо пофигу. Да, конечно, баллон. Ты все правильно понял, надо взорваться после того, как я уже их убил. Отличный баллон. Не слышал, что ли, что УЗИ не, уже не в моде? Чудило. Так. Снова в поисках пейнкиллера. Оп, хорошо. Но больше одной обычно в ящиках не бывает. Ну ладно. Неплохо. Хотя бы одну. Тут же куча медикаментов. Зачем ему искать именно таблетки? Он же в блядской больнице. А вот и выход, судя по всему. Вроде в голову попал. Вот они спрятались-то, сволочь. А, там лестница просто двойная. С нее с двух сторон можно подняться. Бля, ребят, вам не кажется, что количество врагов начало зашкаливать за какие-то вообще невообразимые
вообще приделать. Вы посмотрите, сколько. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Семь человек выбежало. Я теперь понимаю, откуда третий Макс Пейн нахватался этого. Потому что в первом-то такого не было в основном. Чтобы прям семь человек выпрыгнуло. Вдруг откуда ни возьмись, как говорится. Ах ты, сука. Ладно. Идея была действительно паршивой. Но ничего лучше я придумать не могу. Самое главное то, что у меня патронов нет. Нет, хп не так много, патронов-то достаточно, благо. У меня и на калаш еще есть, если еще его, но УЗИшечка. Хотя здесь УЗИ это не такое клевое оружие, потому что появилась такая штука, как МП-5. Она, по-моему, была и в первом Максе. Нет, на калаш у меня мало патронов, поэтому будем пользоваться пока тем, что дают. Но в первой части больше всего урона наносило дабл УЗИ, если нужно так, чтобы прям... Так, чтобы прям много урона нанести. Тогда на площадке я уже был готов сдаться. Я уже не ждал никаких ответов, никакого второго шанса. Ничего было не исправить. Я должен был расследовать дело сам. Мы ушли, типа? Окей. Все по-прежнему крутилось вокруг Мон. Ее образ неотступно виделся мне, куда бы я ни пошел. Я пытался проследить ее путь. Блуждание заколдованной пули у нее в голове. Я не мог ее найти. Я оставил город и поехал, куда подсказала Мона. К специалисту по ответам. Особняк Альфреда Уодена вышел из того же мрачного прошлого Европы, что и внутренний круг. Мистер Пейн, я вас ждал. Все войны ведутся ради этого. Ради любви. Какова цена за голову Моны Сакс? Следующий вопрос. Ладно, почему внутренний круг охотится за мной? Я скоро умру. Рак. Не удалось удержать власть. Произошел раскол. Изменники развязали внутри общества гражданскую войну и убивают всех несогласных. Мы перегрызлись, словно крысы в бочке. Виниганити? Владимир Лем. Я и сам уже знал ответ. Влад соврал. Это он командовал армией уборщиков. Но они же пытались его убить. Владимир Лем много лет был во внутреннем круге. Теперь этот отступник убьет Гуньитти, а потом придет за мной, за своим бывшим учителем. Прям как магистр Йода. Или как Дарт Вейдер убил Оби-Вана Кеноби. О, снова Мона будет, наверное, в этой главе, что было бы логично, потому что здесь ее картинка. Я оставил Уодена у двери его бункера. Когда Влад говорил о судьбе, он хотел, чтобы я благословил свое собственное Че, убийство. Че, водка? Я лишь защищался, отвечал на ходы Влада, заметал его следы. И все. У меня мало патронов и пейнкиллера. Вы не хотите дать мне патронов и пейнкиллера? Я полагаю, они не очень будут рады меня видеть. Сука, вот-вот гнида, посмотрите, куда он залез. И одной... Тревога! Незваные гости! Как ты думаешь, кто это? Кто-то высосёк отсюда. Пришла тревога? Эй, сейчас достать пушки! Тревога! Спрятался такой, блин. Так.
Пейнкиллер немножко скушали, спрятались. Надо еще скушать. Так вот, мне еще непонятно, ну на самом деле, откуда столько людей у этих. Я понимаю, преступный синдикат, все дела, но все-таки. В третьей части там он хотя бы в Бразилии миллион людей убивал. А здесь просто. А здесь он просто убивает миллион людей, которые вообще непонятно, откуда их вообще такое количество берется. Так, ясно, это закрытая комната, только чтобы дать мне пейнкиллер была. Это я люблю. А то эти два козла наверняка выбежали бы мне потом в спину. Ебать вас. Наверняка сверху сейчас будут нападать. Я этих козлов знаю. Им лишь бы сверху понападать. Нет, ну вот скажите, я же говорил. Хорошо, хотя бы он был с дробовиком, а не с нормальной пушкой. Че, все что ли? Он сказал, куда она пошла? Или мне показалось? Мне показалось, что... Он сказал, куда она пошла. Остановите их. Окей, значит, Мона здесь уже. Так, теперь главное удачно прыгнуть. Но я все равно умер. Окей. Хорошо, что ты мне помогаешь, братишка, по своим стрелять. Я это очень ценю. Так. Я бы с радостью пробежал вперед, как в Call of Duty, но проблема в том, что здесь не регенится ХП, как в Call of Duty. Слушайте, смотрите, что я нашел. Новый дробовик. Окей. Если что, будем им пользоваться. Пейнкиллера нету. Как печально. Ну ладно. Значит, мы пойдем прямо туда, куда нужно. Это, конечно, прискорбно, то, что нету пейнкиллеров. Он, типа, после смерти даже начал стрелять? Какой, блин, самоотверженный. Это достойно уважения, я считаю. Ага, тут стоял этот бомж. Это был бомж с мощным дробовиком. Бывает. Тут же ничего не поделаешь. Ты слышал что-то? Нет. Не то. Ты помолчал, да, он нас услышит. Думаю, надо сходить посмотреть. Вон там. Пейн, моя граната-то хоть взорвалась? А это не тот братишка, с которым мы бегали в тот раз? В особняке у Влада. Не знаю, может и тот. Кучу патронов понасобираем.
Это что за капкан? Это свет. Судя по всему, они здесь снимают выпуски, не знаю, школоблогеров. Вернее, они сами школоблогеры. Ну, то есть... Сука! Подстава. В надежде, то, что я начну на него стрелять, попаду в бочки, и это все взорвется здесь к херам. Прикольный план. Жаль, они не учли одного. Я могу, бля, с метра отличить человека от... Он уже здесь? Что? Не слышу. Здесь? Он рядом уже? Заткни уши, а то сейчас как грохнет. Чего? Эй, ты! Я не понял. Всего лишь одной детали. Кто стрелял по этому говну? Нахера себе расстояние, чувак. А тебе не стыдно вообще? С такого расстояния по мне стрелять. Мне было бы стыдно. Ну, кстати, патронов все больше и больше. Меня это радует. Ах вы суки. Я не понимаю, почему они начали стрелять по этой херне. Или это была, блять, задумка именно вот этих вот двух, типа самые хитрожопые, которые там стояли. Они все это придумали, спланировали. Сука. Не люблю. Еще? Кто-нибудь? Да вот я почему не люблю в этой игре такие моменты? Потому что, ну не видно же ни хера. Кто по тебе стреляет? Ну, это чит, конечно. Ну, как чит? Я сейчас все равно сдохну. Вот такой вот это, блядь, чит. Чит то, что здесь столько конструкций, и пули здесь не пробивают абсолютно ничего. То есть, если бы здесь хотя бы пули пробивали хоть что-нибудь... Ну... Они, конечно, не очень умно поступают, то, что просто на открытую местность выходит. Но это уже их половые трудности. Не мои. Их. Не мои. Ребят, пейнкиллер, я же немного прошу. Пару баночек. Не будьте жлобами. Неужто ни с кого из вас не выпало? Судя по всему, нет. Может, здесь? Не просто ж так этот тайничок здесь. Вот сейф, например, открыть не судьба мне. Ну, такой не очень тайный, на самом деле, тайничок. Ладно. Так и быть будем, значит, так. Все меньше и меньше и меньше. Патронов. Нет, хп. Блять, ну это совсем нечестно. Она, блядь, по какой-то причине взорваться успела раньше, чем должна. Они уже с кольта не ходят. Это странно. Вот, сука. Вообще передышки не дают. Ни передышки, ни пейнкиллера, ничего. И коробки не ломаются, как в первой части. Ну что за дерьмо? Я
Я, конечно, ценю то, что они мне столько патронов на калашик дают. Все-таки калаш — это штука мощная и полезная. Я бы сказал, даже вкусная, но я не облизывал калаш. А знаете что? Что там за поворотом? Как пела Мулан. Нет, Покахонтас, да. А мы узнаем в следующем летсплее. Потому что этот идет уже достаточно. И этой причины, в общем-то, мне хватает, чтобы закончить его. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и ждите продолжения. С вами был Сет, до свидания. Все. Сказал.